Откласти на некалькі гадзін адказныя справаздачы, рабочыя сустрэчы, узяць перадышку ад дамашніх клопатаў. Напярэдадні 8 сакавіка ўдзельніцы абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын правялі прыём для самых актыўных і мэтанакіраваных жанчын Гомеля. Сапраўдны салон для велікасветскіх дам арганізавалі ў карцінай галерэі Гаўрыла Вашчэнкі. Запрашэнне на свята атрымала і наш корэспандэнт Наталя Капрыленка. Не просто прием активной жаночей громадскости, а полновартостный импровизованный баль. Дресс-код, вечерная сукенка с подолом на самой подлоге постарались выконать практично все гости. Кто-то вырвался с планерок и коллеги, нехто взял тайм-аут у детей и мужа. Погрузившись у незвычайную программу, яны с цікавостью и захоплением примирали на себе в образы дам далеких эпох. Выстава «Ах, уже гэтые жаночие штучки» представила раритетные предметы жаночих будуаров. Живопис, гобелен, фарфор, шматлікія аксесуары. Гэтымі рэчамі карысталіся французскія дамы 19-го стагоддзя. Сумачкі для балю, прыгожыя галаўныя ўборы, веяры, пячаткі. Магчыма таксама натхняць жанчын знайсці для сябе нечаканае хобі, лічыць хэндмейд-гуру, гомельшчыны актыўная ўдзельніца разнастайных жаночых грамадскіх рухаў Лілія Калюжная. Я смею вас заверить, наши современные женщины, они творят, творят классно. Сегодня дамы посмотрят, придут вечером и возьмут, наверное, что-то, вот какие-то перчаточки свои, подумают точно. У меня же вот где-то бабушкины есть. Вот они же вот такие. Вот если к ним что-нибудь еще приделать, что-то такое современное или как-то их подретушировать, то очень даже классно можно будет одеть куда-то на какое-то мероприятие. Ну а які ж баль без галоўнага аб'екта, на які накіравана жаночае абаянне? На прыём павіншаваць вядомых дам рэгіёну прыйшлі і паважаныя кавалеры. Самыя лепшыя пажаданні поспехаў у працы, грамадскім руху і асабістым жыцці, вядома, сапраўдныя вясны і ў душы, і за вокнамі. Не каждый день, не каждый год руководителей увидеть в такой одежде, с такими прическами, в таких нарядах, поверьте, это дорогого стоит. И как рад, что именно мне выпала такая возможность сегодня представлять исполнительную власть на этом мероприятии. От великосветского приема до сучасных модельных показов удельницам свята представили новые вясново-летние коллекции одения. Не обошлось так само без розыгрышев призов и музыкальных віншаванняў. Але головный подарунок, який отримали жанчыны от организаторов, это любимые дамские размовы и махшимость отчуть себе часткой ни с чем не поравнального свету жанчын. Благодаря этим милым дамским штучкам мы всегда вот такие красивые, интересные. Посмотрите, какие у нас красивые дамы. Все, кто это организовал, просто низкий поклон. И действительно, да, это место, где женщины вспоминают о том, что они женщины, и находят время, чтобы встретиться, чтобы вспомнить о том, что наконец пришла весна. Наталья Капрыленко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».